Ребят, всем привет! С вами Валория, и сегодня мы вместе с вами будем открывать новую рубрику под названием «Селектив». Вообще, парфюмерия делится на два лагеря. Это масс-маркет и селективная и нишевая парфюмерия. Селектив очень ярко отличается от масс-маркет парфюма. Масс-маркет парфюм – это парфюмерия, над которой работают тысячи маркетологов. Они учитывают мнение масс и делают аромат, который будет нравиться всем. Селективная парфюмерия не смотрит на это абсолютно. Есть парфюмер, у которого есть свое видение, и он делает парфюм. А там уж дальше, сори, нравится, не нравится. Парфюмерия масс-маркет — это такие бренды, как Dior, Chanel, Versace, Bulgari, Gucci, Prada и все из той серии. Если же брать селектив, это какой-нибудь Amouage, Mason, Монталь. Самый доступный из селектива, в моем понимании, это Монталь. И сегодня мы с вами будем разговаривать о Монталь Red Vetiver. Монталь предлагает свои ароматы примерно стоимостью в $100 за 100 мл. Для селектива, поверьте, это дешево. Это довольно-таки популярный аромат. Он был выпущен в 2008 году. Это был закос под Гермес Терра. Они очень-очень похожи, только Монталь добавили еще сюда перуанский бальзам, помимо всех остальных нот. Как вам объяснить, что такое перуанский бальзам? Может быть, помните, Советский Союз, бальзам звездочка. Вот примерно похожий запах. Он ни в коем случае не портит аромат, он придает ему изысканности, пикантности. Этот аромат очень стойкий, очень шлейфовый. Он очень требовательный к своему носителю. Шорты, сланцы, майка не покатят. Исключительно классика, что-нибудь строгое, желательно костюм, рубашка. Хорошие, красивые, начищенные туфли, ни в коем случае не грязные. Монталь Red Vetiver вызывает очень много вопросов у посторонних. Многие спрашивают типа: «Вау, как классно пахнет, что это?» Многие воротят нос и говорят: «Господи, что это вообще такое?» Ну, это селектив, здесь иначе никак, тут или нравится, или не нравится. Если нравится, любовь на всю жизнь, если не нравится, то будете идти очень долго к этим ароматам, но все равно когда-нибудь придете, потому что всем тем, кому надоедает со временем, примерно через десяток лет, масс-маркет, они потихонечку начинают топать в сторону селектива, это просто неизбежно. Я точно так же висел на масс-маркет, а сейчас в моем ассортименте преобладает селектив. Селектив и еще раз селектив. Какие можно подвести выводы? Монталь Red Vetiver классный, стойкий, насыщенный, шлейфовый, глубокий аромат. Подойдет тем, кто любит неординарность, кто любит индивидуальность. Советую всем, как мальчикам, так и девочкам, обязательно обратите на него внимание. Есть практически в любом магазине крафт. Суперский аромат. С вами был Валория. Всем хорошего настроения, почаще улыбайтесь, всем счастливо, пока и до встречи.